В магазине в первую очередь находим витрину с дезинфектантами. Все есть, и жидкие дезинфектанты, и салфетки. Цены вы можете сами смотреть здесь. Очень хорошо все снято. 1 евро 2 лева. Туалетные бумаги тоже завались. Так же, как и различных салфеток. Мокрых, сухих, в общем, разных. Вот Витя демонстрирует. Мы купили целую пачку антибактериальных салфеток. А вот здесь еще же, видишь? Да, отдел с гигиеной. Угу. Гели. Такие разных фирм. Ну сколько наша катаржина? Это подорожало. Ну что ты? Да, подорожало. Это стоит уже почти 20. Как видите, в магазине большой выбор продуктов. А это отдел итальянских сыров и колбас. Очень вкусные. Мы всегда здесь покупаем сыр. Рыбный отдел тоже полон. Накупили кучу продуктов в Паркмарт. Здесь все работает, все есть, включая дефицитную гречу. Мы едем домой. На дороге, на стоянке, везде много машин. Люди живут, делают свои дела, и коронавирус им нипочем. Морскую звезду выбросила на берег. Да, вот так вот лежит тут на берегу. Можно сказать, загораем. Готово, я еду. Давай. Рука. Рука, где моя рука? Ой. Все в песке. Пальмы. Гуляем, смотрим на море. Отдыхаем, солнышко. Но немножко не хватает тепла. Да уж, это точно. Мы скучаем по теплу. Но уже осталось недолго. Мы потерпим. Золотые пески. Целый рапанчик. Вот этот маленький тут. Вот этот. Какая пена. Спининого. Очень большой. Вот ракушка. Что, не понравилось? Почему? Вот здесь рапанов очень много. Иду. Вот и море. Очередной день у моря. Сегодня уже не такие сильные волны. Такая панорамка. Печалька. Никого. Но чайки уже в воде. Значит, будет хороший день. Кто-то, кроме чаек, никого не вижу. Наши находки на берегу. Миди. Почти живые. Почему-то здесь такая черная вода из-за водорослей. Здесь ужасно много водорослей. Еда какая-то проживает. Наверное, еда. Видно. Мы среди яхточек гуляем. Да.
капитан, отдать концы в воду. Даем концы. Ну ладно, можешь пока не спешить. Еще успеешь отдать концы. Полный вперед. Так, а это привет нашему любимому Владимиру коту. Делает зайка, делает ласточку. Кошка, привет! Отлично! 7 футов под килем. Картина маслом. Называется «Лодка, я и море». Это рабочее название. Может быть, другое название. Зайка в лодке, не считая собаки. Не считая, да. Зайка в лодке, не считая лодки. Вот впереди сволочище. Да, грунты с горы сползают. Но не сильно. И все построечки ползут вниз. Ага. Увлажнение носоглотки – самое главное в борьбе с коронавирусом. Это точно. Пока. Просто непередаваемые. Вот такие прекрасные сосны дают нам такие прекрасненькие шишки. Гуляем без масок, но от людей держимся подальше. Первая запись не удалась. Сейчас сделаю дубль 2. Сегодня 11 апреля. И наконец мы дожили до солнечных дней. Сегодня прекрасный солнечный день. Море спокойное. И мы на пляже сейчас будем загорать. Ну, может быть, и недолго, но, во всяком случае, на солнышке очень тепло. И это всего лишь 7-й день после нашего карантина. На пляже очень много людей. Мы как раз снимаем промежутки, пока с двух сторон на нас надвигается такое большое количество людей. Ну, очень много, это увеличение. Ну, с одной стороны 5 человек, и с другой 7. Поэтому мы как бы выбираем момент между людьми, чтобы немножко поговорить о прекрасной погоде, о солнечной Болгарии, о том, как здесь все прекрасно. А сейчас я даже протестирую немножко воздух. Ужас какой! Вода... Начало купального сезона. Да, ну, конечно... В условиях пандемии коронавируса купаться в воде 8 градусов, конечно, я бы не советовал. Вот мы сидим и загораем на песочке, пока не раздевались. Загар пошел. Первый загар пошел. Но на песочке сидеть очень тепло. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а мы будем вам рассказывать, как мы переживаем коронавирус в солнечной Болгарии. Сейчас мы займемся спортом. Ой,
Сегодня у Пупсона просто вид полный секси. Секси нашего Пупсона. Хочу вам представить. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте лайки тоже, иначе хуже будет. Так, это блогер-спортсмен делает упражнение планка. 2 минуты, 3 минуты, 5 минут. 5 минут в планке. Хороший результат. Это наша полоса препятствий. Наши 800 ступеней. Сколько? Ну, конечно, меньше. Но это так примерно. Поэтому всегда будешь в форме. Ходи, не помрешь. Ходи каждый день по 3 раза и будешь в форме.